Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Ванам Манохар Банча Калпадару Вашчаки Пасинда Бевача Патитанам Павани Бхавишна Бибхио Намо Намаха Мукам Кароти Бача Ланг Пангун Ланг Хайта Гирим Джатки Патам Ханг Банди Парама Нанда Мадама Бриндави Тулси Деббай Пияви Кесава Сача Снахакти Паде Деви Сатта Ватвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудир Санкиртане Кришна катупадеш Гаурия патрашва пракаса неча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод баруна Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетас падам сива виринчанитам сараньям Бхитаттихам панатопал бхавадипотам Банде махапурусате чарнар виндам Ятпада паллавана качандамани чатай Биспуриджита кимапигаподушвадарши Пурнан Урагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакхам Кироши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Санкиртанай капитару камала ятакшу Вишам бару дижа бару югадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно бриямананга мада пухарам Варанаси пурапати бхажави санатам Ваги саджасва бадане лакшмир жасача бакшаси жасьясте хидай самбид твам нишинга махам бхаже Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nayanam Galadasudharaya, Badanam Gadagadurudhaya Gira,
Пулакаир ничитам бапу, када табе нам гохне бхавишвати. Наянам галадасудхарая, баданам гадагадарудхаягира. Пулакаир ничитам бапу, када табе нам гохне бхавишвати. Гаудия Гоштхипати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакра Пахупад, Парамахамса Джагадгуру told, when we can follow Rupanuga Dhara properly, Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что тогда, когда мы сможем следовать Рупануга Дхаре, Рупи Госвами Паду совершенно, то в этом случае все сокровенное учение Шри Чайтаньи Махапрабху, все различные лилы Махапрабху, они проявятся в нашем сердце. Гауди Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, когда мы сможем стать подлинными рупануговыми последователями Шрила Рупа Госвами, то в этом случае все сокровенное учение Шри Чайтаньи Махапрабху, все Сиддханта, все лилы, все, мы сможем запросто понять, не перед этим. Это невозможно понять учение Рупа Госвами силой. На самом деле Шрила Прабхупад говорил, что те, кто подлинные рупануги, они понимают учение Шри Чайтаньи Махапрабху должным образом. И когда мы сможем видеть красоту Рупа Манджари, то тогда мы сможем обнаружить наше скверное сердце. Мы сможем обнаружить наше такое скверное сердце, и нам будет неприятно. И тогда, и только тогда мы сможем обнаружить недостатки нашего сердца только тогда, когда мы увидим, когда мы сможем увидеть подлинную красоту лотосных стоп Шрила Рупа Манджари или Шрила Рупа Госвами Пада. Что значит? Что значит красота? Рупа. Шрила Прабхупад говорил, что мы должны развить прекрасное настроение служения. Мы должны развить прекрасное настроение служения, форму служения. Сева-мурти. Что же это за трансцендентная сева-мурти, чтобы Нанда-Нандан Шри Кришна Пракрита Камадев, он захотел увидеть нас. Пытайтесь понять это. Мы должны развить такое прекрасное чувство, такую прекрасную духовную форму сева-мурти, чтобы Нанда-Нандан Шри Кришна Апракрита Камадев захотел увидеть нас, чтобы обнять нас. Мы не должны смешивать и путаться между материальной любовью и духовной, иначе я не смогу ничего объяснить. Апракрита Сева-мурти. Кто-то может сказать, что те, кто во Вриндаване, они все имеют Апракрита Сева-мурти. И также те, кто в Двараке, они тоже могут иметь Апракрита Сева-мурти. Но что это все значит? Я уже сказал, пытался прояснить все это.
Поскольку я уже сказал, что имя Рупа Госвами Пада. И вот вопросов Дварака, Рукмини, Сатьябхамы не возникает. Вначале я уже сказал, то, что мы должны осознать, мы должны видеть, мы должны увидеть подлинную красоту Рупа Манджари, Рупа Госвами Пада. И потом, что я хотел сказать, мы должны совершать Рагануга Бхаджан, чтобы все это осознать. И вот на пути Рагануга Бхаджана, откуда вопрос Рукмини и Двараки может возникнуть вообще? Now your conception, your feeling, и вот сейчас наше чувство, наше понимание, действия, они находятся внутри майи. Мы не можем пересечь ее. В тот день, когда мы сможем пересечь майю, все наши, весь наш разум станет трансцендентным, наши мысли станут трансцендентными, все наши действия также станут трансцендентными, все станет трансцендентным. И вот те, кто сахаджи, для них несколько шлок более чем достаточно, не нужно даже приводить шлоки из Бхагаватам, хотя вот такую шлоку я много раз повторял. Я объяснял ее много раз, но все же, если ситуация потребует, я еще раз могу обсудить, чтобы вы не путались, чтобы не было никакого конфуза относительно материальной и трансцендентной любви, особенно в случае с Гопи. Иначе мы потеряемся на бесконечное число времени. В этом проблема. Бхагаван не сможет простить нас. У нас есть особая возможность, особая привилегия. То, что Шри Чайтанья Махапрабху явился, Бхагаван Шри Кришна, он пришел в форме Шри Кришна Чайтанья. И у нас есть преимущество. Все спутники Гуранги Махапрабху пришли сюда, чтобы дать нам урок, но все же мы настолько глупы, что не заинтересованы в этом. Они хотят дать нам великое сокровище. Значение, стоимость этого сокровища невозможно посчитать, невозможно оценить, и поэтому Рупа Госвами Пад сказал такие слова. Вот Рупа Госвами описывает то, что раньше никогда не было возможности обрести. Это особая милость, особый случай. Даже то, что очень труднодостижимо для Шанкара, для Брама, для Анантадева, Кеша. И вот это нечто очень сокровенное, нечто очень труднодостижимое, находящееся за пределами нашего представления. Нельзя пытаться силой говорить о расататте, пытаться понять вначале всего, если в нашей жизни мы обнаружим, что материальные расы, материальные наслаждения, они не привлекают нас и не влияют никак на наше сердце. Это значит, что у нас есть зеленый свет на пути нашего баджана, но не перед этим. И вот Риди Сатва Джале Варам Саддате Сарасамата. Up to now,
до сегодняшнего момента у нас не было неправильное представление о расе. Мы думаем, что материальное наслаждение, все, что мы обретаем, Лабха Пуджа Пратишта, это раса, которая дает нам какую-то радость, но чистые Гуру Вайшнавы думают об этом как о испражнении. Они не... Рагунатдас Госвами говорил такие слова. Что какая-то скверная, грязная женщина, она с низкого происхождения, она танцует двум сердцем, олицетворяет собой желание к славе. Баджа не значит делание чего-то на показ. Что такое баджан, какой суть и смысл баджана, какова цель, если мы не сможем обрести трансцендентное дивья-гьяну, а пракрита-гьян, то что толку от получения дикши? Если мы не сможем обрести трансцендентное знание, то тогда мы не сможем развить связь с Кришной, то что толку от нашей дикши. Мы можем, кто-то может получил дикшу 40 лет назад, но всего ничего не достичь, ничего. И весь мир может верить вам, что вы получили дикшу, но мы должны понять научную процедуру баджана. Мы должны понять научные термины расататвы и ее бхавы. И вот здесь говорится, что после того, как мы пересечем, мы сейчас пытаемся идти против потока майя. Мы идти против потока майя. Майя нас пытается как-то противодействовать нам. Как, например, если мы находимся в реке и пытаемся плыть против течения, то тогда поймем, что я имею в виду, поскольку у вас нет прямого осознания, то если поток воды будет, вы будете пытаться против течения плыть, то сложно очень. Это такой простой пример, но материальный мир, пытаться против майя что-то делать, еще более опасно, чем плыть против течения. Наш ум, наш разум, все материальное. И поэтому мы чувствуем влияние майя. Я уже говорил. Масло и вода, они не смешиваются. И также материя с материей может смешаться, но наша душа, она духовна. Но мы не понимаем этого. И наша душа, она не смешивается с материей. Но это подобно из-за нашего прошлого опыта, прошлых действий. Скверных самскар, когда мы рождаемся опять в материальном теле, мы, думаем, что мы это тело, хотя мы духовная душа. И вот это влияние майя такое. Некоторые люди говорят о какой-то большой философии, но не понимают разницы между душой и материальным телом. Это выглядит смешно. Такие люди, они выступают против Рупа Госвамипада, поскольку Рупа Госвамипад с самого начала сказал, что это расататва, она за пределами всего материального. Если кто-то говорит, что находясь в материальном состоянии с множеством монад в сердце, можно говорить расататва, то это в корне неправильно. В учении Рупа Госвами такого никогда не было.
Никто из наших гуру Агин такого никогда не говорил, Махапрабху такого не говорил, и никаких подтверждений и доказательств этим неправильным словам нет. Махапрабху хотел говорить только о этих сокровенных вещах, только внутри Гамбхиры, в Чайтанья Чаритамрите также говорится, что Махапрабху обсуждал расатату только с своими ближайшими спутниками. Я, конечно, не могу ожидать, что мои лекции будут пользоваться такой большой популярностью, но все же я говорю то, что узнал о Гурваге, и вот здесь говорится, когда вы пересечете этот материальный мир, этот материальный океан, то некое чувство явится в вашем сердце, хриди, значит, внутри вашего сердца. Сатвик Джаливарам, вы обнаружите какой-то ярчайший свет в вашем сердце. Хриди Сатвик Джаливарам. Может, вы уже развили какую-то сатвагуну к тому моменту? Но это сатвагуна после пересечения материального мира в апракрита мире, она тоже личная, нужно избавиться от нее также. И мы должны выйти из-под влияния материальных гун природы и достичь уровня вишудха сатвы. И тогда вопрос понимания возникает. Хриди сатвик Джаливарам. И почему здесь говорится, что Картик Врата — это Уджа Врата? А почему? Потому что Радхарани Уджешвари. Уджешвари, никто не может превзойти Радхарани. Радхарани — это сама бесконечность. Радхарани — ее огромная любовь, ее чувство к Кришне, но бесконечно. И вот тема очень обширна, но времени, к сожалению, не хватает. Сегодня день явления Шрила Бхакти Камала Мадхусудана Госвами Махараджа. И так или иначе, суть в том, что в тот день я говорил Мода и Мадан. Мадан — это качество есть только в Радхаране. Рура, Адхи, Рура. Модон, Мадан — all has some definition. Роти, what do you mean by роти? Роти, что значит роти? Према, what do you mean by према? Према, что значит према? В тот день я говорил. Если такая такая плохая ситуация, но все же эти отношения не разрушаются, это называется према. Но в материальном мире, если какие-то противоречия, какие-то препятствия, преграды, недостаток какой-то корысти, то все, или наоборот, избыток корысти, то все отношения, они рушатся. You are laughing?
beating his homie, they murmured, you see, Maharaj, still I am not weak. I was laughing, this is called laughing. All depend, this kind of material love, all depend upon self-interest. И вот материальная любовь зависит от корысти. Если мы чьи-то интересы не удовлетворяем, то такая материальная любовь, как правило, распадается. Конечно, многие путаются между трансцендентной любовью и материальной, поэтому мне неудобно говорить о таких высоких чувствах. Вот Руга Бхава, когда она входит в ваше сердце, то все ваши мысли, все ваше существо занято только мыслями о Кришне, как удовлетворить Кришну, ничего другого не приходит, для него нет места, для вашего сердца только Кришна там. И вот Кришна. И вот когда я говорил о Гупи-гите, и вот в то время те гопи говорили, когда ты идешь в лес, есть множество. Колючек на дороге там, и мы чувствуем боль, представляешь, что ты можешь наступить и уколоться этими колючками. Но можете ли вы представить, какую огромную любовь гопи имеют к Кришне? Мы должны понять это по милости Гурудева. Я никогда не хотел. Я никогда не учился, как любить Гурудева. Это произошло все автоматически. Когда я увидел его первый раз, мое сердце полностью отдалось ему. И когда я пришел к нему, то Гуру Махарадж был на крыше, была зима. Я поклонился ему, он начал говорить мне, как обрести прему. Я удивился, почему не говорит о каких-то простых начальных вещах. И спустя много лет я понял. Он начал говорить о преме, о том даре, который принес Махапрабху, что он хотел сказать, и сейчас я понял. То, что мы должны следовать пути Шрилы Прабхупады, пути Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Даже весь мир может быть против вас, но все же мы не должны отклоняться от этого пути. Мы должны иметь терпение и пытаться дать людям это сокровенное знание. Это сложно, весь мир может быть против нас. Для людей очень сложно. Тысячи людей, они могут следовать какому-то обманщику. И поскольку я не обманываю людей, мало кто может следовать мне, я уверен в этом. И вот это главное, то, что мы должны следовать пути Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, чтобы достичь успеха на духовном пути. И вот я говорил в Гопи-гите, так много шлок я говорил,
что гопи. И вот гопи говорят, мы знаем, что ты не сын гопа, ты не сын гопи Яшоды, и та сокровенная тата в том, что ты пребываешь в сердце каждого. И вот вопрос может возникнуть, что в тот раз Махарадж сказал, что такая Ашварья Бхава в сердце гопи никогда не возникает. Почему же они говорят так? И вот суть в том, что я уже это объяснял в объяснении Гопи Гиты. Они говорят, что в соответствии со временем и обстоятельствами такие мысли могут возникнуть, но эта Айшварья Бхава, она не задевает их сердце. Они говорят так, но, можно сказать, они могут, но все же думают, что Кришна, он сын Нанды Махараджа. И вот наш Вишвана Чакравати, наша Гурага, они говорят. И вот, когда Кришна страдает там, в лицо, возможно, это очень беспокоит сердце гопи. Когда Кришна пропадает, то все гопи, они они пытаются найти Кришну. И начинают все различные лилы из-за их Адхирура Бхавы. Руро значит забраться куда-то, достичь какой-то бхавы конкретной. Адхирура Бхава, она возможна только внутри Вриндавана, нигде еще. Вот модан значит, это большой вопрос. Часть секунды, если мы не можем видеть Кришну, то мы думаем, что прошли тысячелетия йоги. Хотя прошла всего лишь часть секунды, мы не можем потерпеть никакой разлуки с Кришной. Это мода называется, а мадан — это за пределами моего объяснения. Это чувство только есть у Радхарани. Даже Радхарани, когда видит дерево Тамала, она обнимает его, думая, что это Кришна. Когда Кришна приходит к Радхарани, Кришна ищет, где же Радхарани. Радхарани, она рядом с ним. Ну, как это все представить? Почему они плачут? В Брихат Бхагаватамрита я объяснял. Кришна говорит, сегодня я более подробно объясню. Когда Кришна, он встречается с кем-то, то тогда Радхарани думает о будущей разлуке. Хотя сейчас они вместе, но Радхарани думает, что я не обрету Кришну навсегда, он когда-то уйдет, и вот она уже переживает об этом. Хотя мы знаем, что Кришна, он полностью продан и предан лотосным стопам Радхарани. В материальном мире это Кришна,
как нехорошо, но в трансцендентном мире Кришна, Он Верховный Наслаждающийся, и в Кришне можно найти полное отречение. И вот когда Кришна говорит, И вот Джайдева Госвами, он был в нерешимости, как я могу написать то, что Кришна просит Радхарани поставить ее лотосные стопы к нему на голову. Невозможно. И вот когда этот Джайдев пошел принять омовение в Ганге, в день явления Джайдева, я более подробно расскажу. И вот когда Джайдева Госвами пошел принять омовение, Кришна пришел в форме Джайдева, дописал эту строчку. И вот я сам Джайдев думал, что что-то тут не так, и вот он пропустил, там место оставил Джайдев, а там потом сам Кришна в форме Джайдева пришел и написал то, что надо. И поэтому это не оскорбительно в адрес Кришны, когда Кришна говорит, что я не могу отплатить вам. Даже если я смогу жить так долго, как полубоги или брахма, то все же я не смогу отплатить вам. И вот таким образом мы знаем, должны пытаться понять, Адхирура Бхава, она только есть внутри Вриндавана, нигде еще, и это Адхирура Бхава, она есть во Вриндаване и также с Гопи, с Враджа-Гопи, нигде еще, во всем мире. Бхава может прийти. И вот Адхирура Бхава, она очень редка, что говорить о Модане, Мадане. Это только есть Радхарани, нигде еще. И вот, чтобы войти на путь Рупануга Бхаджана, я имею в виду, что Чайтанья Махапрабху хотел показать нам сокровенный путь Бхаджана, но наша неудача в том, что мы не поняли, что не показано Махапрабху, что нет. Я не спрашиваю, что он показал. Проще спросить, что он не показал, поскольку он показал в своей жизни все, что мы должны делать, все сокровенные вопросы Бхавы и Премы. И вот смотрите, в этом условии Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам все время от времени. Шри Чайтанья Махапрабху, он показал нам все. Иногда он прыгал в океан, иногда обнимал Джаганатха, иногда он, подобно сумасшедшему, бежал в сторону Чатакпарвата. Все различные бабы. И в шастрах говорится, в Чайтанья Аватаре, когда Гуранга Махапрабху пришел сюда, такая баба была явлена, которая очень редка. Даже в то время ее не было. Иногда Махапрабху он принимал форму черепахи, иногда наоборот его конечности вытягивались. И при полнящего чувства его тела
принимала различные формы. Sometimes like jackfruit, you know, jackfruit, the body of jackfruit, you know, this is like the, you know, all and more blood coming out. Mahaprabhu is not made up of blood and flesh body, but still to make fool of us. Nityananda Prabhu is not made up of blood and flesh, just in material world. Is just doing human lila, that's why Jagai Mother will repeat, you know, then blood comes. Otherwise, where from blood can come? Тело Нитьянанды и Гуранги, оно не сделано из плоти, из крови. Иногда она, эта кровь появляется, как в случае с Джагай Мадхайами, только для того, чтобы одурачить нас. Внешне они выглядят как люди, только для того, чтобы эта лила была более прекрасна. И в какой-то день я могу обсудить все, вот, их всех, все лилы, они очень прекрасны. А почему? Потому что нет Айшварья Бхавы в них. Кришна, он не принес с собой чакру и палец, чтобы убить Путану, нет, он просто убил ее, выпив ее молоко. И в итоге он Путане даровал положение кормилицы. Леве готим гатриучитам тато аням помгадарум саранам бхаджам. Когда Путана wanted to kill Путана with this mood, wanted to give poison, but still Кришна going to give her a nice gati after death. Пыталась убить Кришну, накормив его отравленным молоком, но все же Кришна настолько милостив, что подумал, что она как мать пыталась накормить меня. Он дал ей положение кормилицы, хотя накормить она пыталась для того, чтобы убить. И вот Шукадев Госвами сказал, кому же еще мы можем поклоняться? Столь милостливого Бхагавана, как Кришна, нигде больше не найти. Невозможно. Что такое беспричинная милость? В какой-то день я могу рассказать об этом, что такое беспричинная милость. И действительно ли она полностью без причины? Если она без причины, то почему все не обретают эту милость? И какова причина этой беспричинной милости? По хорошей удаче ли, по плохой ее получают? Благодаря сукрите, благочестивым действиям в прошлом? Или еще почему? Бхакти, она всегда независима, как Бхагаван. О Кришне мы всегда говорим, что такие слова. Кришна, он всемогущий, Верховный Господь, никто не может контролировать Бхагавана. Воля, она всегда зарезервирована за Кришной, но в то же самое время мы знаем такие слова, он говорит. Как можно вот эти два противоречащих фактора гармонизировать? Кришна, как Кришна. Сваруп Шакти Кришна. Как Кришна, его Сваруп Шакти, она также независима. Бхакти, она независима. Никто не может контролировать Бхакти. И как мы можем сказать, что это зависит от хороших или плохих действий в прошлом? Просто я могу сказать, что бхакти чем-то контролируемо, а с другой стороны нет. И в чем же сиддханта? И вот если вы хотите,
обрести бхакти, то вы обретете это сокровище бхакти. Но если вы следуете вашему материальному уму, то что я смогу сделать? Мы должны привести все это в гармонию, и таким образом это настолько сокровенное, и все это показано Шримана Махапрабху. Весь ачаран, все действия, все сиддханта, все. Если мы сможем понять, это значит, что Рупа Госвамипад, он благословит нас. Когда-то, если мы поймем, что наше сердце очень скверно, Кришна не хочет видеть нас. И когда-то, по милости Рупы Госвамипада, наш Рупануга Гуру Варгия уже сказал, что вам Госвами Махарадж говорил служить. Рупануга Гуру Варгия — это мой Рупануга Баджан. Как практически? Как научно? Поскольку без Анугати, сегодня я хочу обсудить две важных темы, чтобы мы думали снова опять, почему Лакшми Деви не смогла войти во Вриндаван, чтобы обрести вкус этой враджа-расы. Та причина, по которой я говорил о настроении Радхарани, настроении Лакшми, Радхарани и Гопи в тот день Радхаятры. И вот первое то, что обратная Радхаятра, вот об этой обратной Радхаятре я скажу что-то. Вот если манго и джекфрут поместить какую-то емкость или помещение, и карбида рядом поставить, то это манго и джекфрут, оно поспеет. И вот так кто-то искусственно пытается сделать манго и джекфрут спел с помощью карбида или какой-то химии. И также Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, Пури Госвами Махарадж. Они говорят, те, кто хотят прыгнуть в Рагануга Баджан без всякого представления, оценки, что нужно для этого. Они пытаются прыгнуть в огонь и сгореть там. Но мы должны следовать нашей Рупануга Гурваги. Это есть Рупануга Баджан. Я не... То есть мы должны поспеть сами, созреть сами без помощи какой-то химии. И вот Лакшми Деви, она хочет силы войти во Вриндаван. Она хочет обрести ту же самую удачу. Такое же чувство, как, которое у Гопи, как это возможно? Как она может ожидать этого? Поскольку Враджа Баджан — это вопрос Анугати, но Лакшми Деви под чьим руководством? Первый вопрос перед Лакшми. Лакшми Деви, если Лакшми хочет забрать все у меня, то я не против. И вот если вопрос Лакшми можем задать, кому она следует, под чьим руководством она хочет следовать, чтобы достичь
братья Бхавы, но во Вриндаване, от Радхарани до Шрилы Пури Госвами Махараджа, все они слуги. То есть они следуют кому-то старшим, у них нет никаких корыстных персональных желаний. И вот Лакшми, она не может следовать Радхарани, и как бы противно, потому что она богиня процветания, а тут какая-то служанка, зачем ей следовать? И поэтому из-за ее гордости она не может следовать. Мирабай хотела обрести Нанданана Шри Кришну, много стихов сочинила и того и сего, но не смогла следовать Радхарани и Гопи. В итоге Кришна дал ей возможность служить Дваракадиш Кришне. Множество сокровенных сиддханты. Мне, к сожалению, нет времени все обсуждать. И вот важно, я должен обсудить, поскольку какие-то сахаджи говорят, что мы не должны смотреть на обратную Радхаятру. И вот какие-то сахаджи говорят, те, кто искусственно, ну, такие люди, которые искусственно созрели. Шрила Бхарати Махарадж говорил, кто такой говорил, какой сахаджи посмел. Поскольку Махапрабху, если изучить Шри Чайтанья Чайтамриту, то можно встретить там описание того, как Махапрабху тянул Радхаятру назад. И тоже можно наблюдать некоторые люди, которые заявляют, что они последователи Бхарати Махараджа, пишут в его книгах под его именем противоположное. Я пытаюсь как-то воспрепятствовать, возразить, что такого не было. Я слуга моей Гуру Варги. Те, кто следует Шри Прабхупаде по-настоящему. Никто не может заставить меня прославлять каких-то недостойных людей. Это автоматически происходит. И я говорю по велению сердца, а не для того, чтобы заработать какую-то дешевую славу. Это мое решение делать только все по велению сердца. И таким образом обратная Радхаятра, она, вот если кто-то утверждает, что обратно смотреть и участвовать в обратной Радхаятре нельзя, то это не так, это только сахаджи это говорят. Вот такие люди хотят пересечь лимит и пересечь то, куда не нужно. И вот они хотят пересечь учение Шримана Махапрабху. А как они смеют? Я знаю их концепция Гундича Мандира, Сундарачала и Джагнат Мандира.
Но когда Махапрабху это делает, Махапрабху не может иметь настроение Дваракаваси. Махапрабху хочет видеть Кришну как Радхарани. И вот так или иначе есть большая разница. Каждый хочет превратно понять, как пойти в каком-то неправильном направлении. И вот я хочу рассказать больше, но времени мало еще. Следующая Харикатха будет еще следующая. Я хочу немного сказать о Бхакти Камала Мадхусудан Госвами Махараджа, ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. И вот раньше он был журналистом, репортером Ананда Базара Патрики. И вот когда однажды и желание Шрилы Прабхупады было в том, чтобы как можно больше обусловленных душ привести на путь Баджана, поэтому он принимал различные попытки, организовал выставки, симпозиумы. И когда была выставка в то время, Бхакти Камала Мадхусудан Махарадж и какие-то другие репортеры пришли в Бхагавад-гите миссию, чтобы понять что-то. И было много павильонов там, и вот Бхакти Камала Мадхусудан Махарадж, он был впечатлен, видя такое прекрасное учение Гауди Матха, и множество вопросов он хотел задать. И вот ну, да, там те, кто были, там были такие молодые преданные, достаточно не смогли ответить на их вопросы. Сказали, что лучше спросить у Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. И вот он пошел на даршан к Шриле Прабхупаде, поклонился ему. И что говорить, просто он, когда увидел Шрилу Прабхупаду, он все его сердце, оно было продано его лотосным стопам. И вот он начал задавать какие-то вопросы, Шрила Прабхупад отвечал, как наша чистая Гуру Парампара. Я уже сказал, какова польза от чистой Гуру Парампары. То, что мы можем найти подлинное учение без всяких искажений. Если какой-то ачарья меняет сиддханту, постоянно говорит какие-то корыстные вещи, это значит, что он не находится в наставнической преемственности. Я хочу обрести учение Шивана Махапрабху в первозданном виде. Я хочу знать подлинное учение Шимана Махапрабху, можете ли вы дать его мне, если вас, ваш ачар, он ваш характер, который может позволить это, какие-то ачарьи в погоне за дешевые слова меняются на ходу, но это не наше дело. И вот Шрила Бхакти Камала Мадхусудан Махарадж, он получил ответы на все свои вопросы от Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Садгуру Сатачарья может дать ответы на все вопросы. И если он не может дать ответы, то какие-то сомнения возникнут в вашем сердце. Но Садгуру как раз тот, кто может развеять все сомнения. И вот Садгуру, признаки Садгуру в том, чтобы как раз быть в полном идеализме, в полном соответствии с учением предыдущих Гурварги. Если кто-то не может иметь таких качеств, то это признак того, что не садгуру. Но опять же, ученость и бхакти — это разные вещи, не нужно их путать. Гурки Шрутас Бабаджи Махарадж может обрести огромное бхакти, а мы с таким образованием не можем. Почему так? И вот в этом как раз разница между нами и им. И вот смотрите,
И Шрила Прабхупад, он мог видеть особые качества в Шриле Бхакти Камал Мадхусудан Махараджи. И он, Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махарадж, он родился в день Шаяна Экадаши сегодня. Завтра Шаяна Экадаши, Титхи сегодня. И вот... И вот Шрила Прабхупад однажды отправил Шрила Бхакти Камал Мадхусудан Махараджа, Шридхар Дев Госвами Махараджа на проповедь в Бомбе. И в то время один инженер, он был какой-то влиятельной личностью там. Потом получил какую-то высокую должность. И вот он отправил его, их на проповедь, они успешно проповедовали там, что все были очень вдохновлены. И вот тот инженер попросил Шрилу Прабхупаду, когда тот приехал в Бомбей. И вот он попросил его открыть отделение Гаудиматха там. И в начале всего выбрали место рядом с Хануман Мандиром. Потом Барбазар это место продали, построили храм рядом с Гуру-Нанака госпиталем, но сначала было вот в другом месте около Хануман Мандира. И вот там Шрила Прабхупад попросил: можете ли вы, и вот Прабхупад попросил Мадхусудан Госвами Махараджа, в то время он был брамачари, звали его Нипендранат Саньял, и после этого Шрила Прабхупад дал ему имя после получения Харинамы Дикши. И он получил имя Нароттамананда Брамачарья, и после этого он получил тайтл от Шрилы Прабхупады в день явления Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупад он раздавал преданным какие-то звания за их заслуги. И вот он получил звание Бхакти Камал. И вот Шрила Прабхупад сказал Нароттамананде Прабху: если я займу тебя в проповеди в Бомбе, согласишься ли ты? И тогда Нароттамананда Брамачари сказал, что я не столь опытен, но все же это очень хорошо для меня находиться с вами, пока я не созрею. Но если вы даете указание мне находиться в Бомбее, я думаю, вы дадите мне способность для проповеди, чтобы я с помощью вашей милости Гуру Крипы мог защитить себя. И вот он начал проповедовать там Шридхар Махарадж.
И вот этот Бхактикаман Мадхусудан Махарадж, они проповедовали там, и после того, как Шрила Прабхупада ушел в 1936 году, последнего декабря ушел или 1 января, смотря как считать, по какому календарю, он около полуночи ушел, после полуночи, чуть до рассвета. И вот после того, как Шрила Прабхупада ушел, множество случаев случилось, мы не можем все обсуждать. И после этого, что случилось, Мадхусудан Госвами Махарадж, он принял саньясу от Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа, поскольку он уважал Сиддхартхи Госвами Махараджа настолько, что мы не можем оценить. Он говорил, что Шрила Сиддхартхи Госвами Махарадж следует Шриле Прабхупаде полностью. Я вижу Шрилу Прабхупаду в нем, и он получил саньясу от Шрилы Сиддхартхи Госвами Махараджа. А до этого он следовал Шиле Кешава Госвами Махараджа, и под руководством Шиле Кешава Госвами Махараджа Бхакти Алок Парамхамса Махарадж и Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж, они начали проповедовать. И когда наш Кешав Госвами Махарадж, Мадхусудан Госвами Махарадж, они начали проповедовать под руководством. Когда Шрила Кешава Госвами Махарадж Винод Бихари Брамачари, он решил открыть организацию Гаудия Веданта Самити, то под вывеской этой организации наш Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж и Бхакти Алок Парамхамса Махарадж, они были достойными личностями и начали проповедовать вместе с Винодой. И тем временем, я думаю, он уже получил саньясу от Шрилы Сиддхартхи Махараджа, стал Кешава Махараджа, и после этого вот проповедовал, но условие было в том, что только Шрила Кешава Госвами Махарадж мог принимать учеников, а другие только проповедовали. Смотрите. И вот Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж начал проповедовать, и Бхакти Алок Парамхамса Махарадж тоже начал проповедовать, и благодаря проповеди Бхакти Камала Мадхусудан Госвами Махараджа очень замечательно то, что двое пожилых учеников Шрилы Кешава Госвами Махараджа, один из них Шрила Тривика Махарадж и другой Наран Махарадж, они оба были вынуждены прийти. Они привлеклись Гаудия Матхам благодаря проповеди Бхакти Камала Мадхусудан Махараджа. Они пришли и получили посвящение. Но после этого отклонение началось по воле Бхагавана. И Кешав Госвами Махарадж посоветовал, что хорошо, откройте новый мат, и вы тоже можете открыть новый мат к нам. Они позвали Шрилу Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махараджа, чтобы он решил их проблему, и Мадхва Госвами Махарадж сказал, что поскольку вы позволили Кешав Госвами Махараджу принимать учеников, оба, и Кешава Махарадж как бы ни при чем, вы ему отдали его эту ответственность. Он открыл Гаудия Веданта Самити, вы сами посоветовали. И поэтому я думаю, хорошо, если вы сами будете давать дикшу, вы уже достаточно старшие преданные, поэтому можете находиться в Веданта Самити. И еще какая-то богатая женщина, ученица, Панама ее звали. И вот она
он дал ей и вот он посоветовал этой женщине помочь построить храм в Майпуре и сам пообещал помочь им обоим. И вот они купили землю, начали строительство, и вот так открыли храм. Потом Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж открыл храм в Бардамане, в Митхапуре где-то. Меня приглашали туда раньше, сейчас некогда. И вот очень важное место там. И мы должны понять то, что наша Рупануга Гурварга, наша предыдущая Гурварга. Я хочу множество вещей сказать, но времени на все не хватит. И вот хорошие новости хочу объявить, то что это человек, который боролся с Гошалой, пытался как-то захватить Гошалу, хотя раньше называл Махараджа Бхагаваном, сейчас он, его настроение поменялось, сейчас просит прощения. Говорит, не один, он было множество хулиганов в форме, в одежде саньяси, тоже пытались ему как-то помочь в его деле от его Гошалы Махараджа. И вот, в общем, раскаялся, просит прощения. Все беспокоились по этому поводу, писали письма в полицию и прочие места. И вот как, это как бы не отдельная тема, но все же хорошая новость. У меня враждебности нет с этой душой. Я хочу, чтобы все обрели какое-то благо. И вот так или иначе. Панча Калпатурвасе Кипасин Патитану Бабан Пеш.